Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A20s можно узнать ваш номер IMEI, а также серийный номер. Разблокируем наш телефон. Далее входим в набор номера и вводим звездочка решетка 06 решетка. Видим здесь два наших номера IMEI, а также наш серийный номер. Если хотим каким-то другим способом узнать эти данные, заходим в настройки, опускаемся вниз, нажимаем сведения о телефоне. Здесь видим наш серийный номер, а также два наших номера IMEI. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!